Всем доброе утро. У нас раннее утро на часах, 7 часов. Я отвела дочку в садик и иду из садика в сторону работы и не могла вам не заснять такую красоту. Посмотрите, просто льдинка окутала веточку. Просто обалденно, очень красиво. И просто хочется смотреть на это. Ведь настоящая зима у нас уже третий или какой-то, ну, третий, наверное, день. И в прошлом году, по-моему, 1 или 2 дня было снега, и в этом году уже перед Новым годом. Очень хочется, чтобы 31 и 1 тоже был снег, и можно было на санках поехать погулять или еще что-нибудь придумать. В общем, классно. Посмотрите, что придумали. Мы еще гуляли сегодня, катались на санках. Видео я не засняла, но было очень весело. Дочка безумно довольна. Она очень хотела сегодня на санках погулять. Вот. Так вот. Ну что, вот и я включилась. Уже поздний вечер, 10 часов вечера. Сегодня неожиданно пришла посылка. Я уже почему-то думала, что она придет после Нового года. Это посылка из России. В прошлый раз, когда я заказывала посылку из России, материалы, она мне шла 3 месяца. Эта посылка шла 20 дней, даже меньше. Ну, да, ну 2, да, 19 дней. И мой, я очень рада, что я ее получила. Заказывала я ее через Инстаграм у девушки. Она занимается находкой винтажных и каких-то неинтересных материалов. Давайте, мне уже не терпится открыть. Я тут уже открыла, чтобы было на камере легче. Вот. И разрезала, но еще не доставала. Давайте откроем. Вау! Вот это вот лежит такой вот подарочек. Лента. Спасибо, Катя. Вот. Вот такой вот бисер. Он винтажный, по-моему, был. Я уже не помню, надо смотреть по названиям. И в Инстаграме, кстати, ссылочку на нее я оставлю в описании под этим видео. Вот такой вот голубой. Цвет морской волны даже. Дальше набор ниток. Они какие-то были тоже винтажные. Для вышивания. В общем, вот такие вот. Дальше здесь идут такой же, как и был голубой, только салат зеленого цвета, такого болотного. Салата болотного цвета. На камере он более темный, на самом деле он немножко такой полу более светлый. Дальше салатовые пайетки. Ой, они здесь двойные, какие-то разные. Или это бусины? Не знаю, тоже мне кажется, что это было винтажное, потому что они такие вот цветочки. Дальше вот такие вот снежинки или цветочки коричневого цвета. Их шоколадного. Их должно быть 2 штуки. Где-то еще. Вот такой вот. Не очень красивый. Не фокусируйся. Вот такой вот. По-моему, это был перламутр. Не помню. Я уже, говорю, честное слово, не помню, потому что заказывала в начале декабря. Так, кабошоны. От этих кабошонов я просто почему-то тащусь, особенно вот от этой вот. Кто помнит, я рассказывала про брошку Катю. Она вызвала очень много эмоций. И мне очень нравятся такие личики. И вот этот вот, он пришел мне на замену, она мне спрашивает, ну, там я выбрала другой, но того не было. И этот мне очень нравится тоже, золото, белый, что-нибудь придумаю. Вот, такие вот необычные пайетки, как, такие как зуб, не знаю даже как назвать правильно.
Но мне в этот раз хотелось попробовать что-то новое, то, что я никогда еще не пробовала. Дальше вот такая вот ленточка. По-моему, тоже винтажная. Не знаю, две штуки их, я знаю точно. Как-то там по размерам шло, я уже не помню. Но придумаю, куда это все деть. Так, дальше вот такой вот бисер, очень красивый, небесного цвета, обалденный, мне очень нравится. Вот такие вот личики для матрешек, они очень необычные, потому что те, которые я видела и заказывала на других сайтах, они какие-то такие вот, а тут такие необычные, красивые, тут мне это черненькое очень нравится, вот это вот. Красота. Давайте дальше. Вот такой вот бисер. Розово-фиолетовый он такой, необычный. Такой вот. На камеру он кажется. Вот такой вот. Тоже винтажный. Вот, я говорила, что должна быть две коробки, две этих, два мешочка с пайетками. Вот вторая. Дальше. Такие же вот эти зубы черные. Ну, или клыки, как он тут. Перья. Вторая. Вот такой вот бисер. Он на самом деле такой желтовато-коричневый. Такие вот пайетки. Они цвета морской волны. Очень красивые чаши. Также еще один бисер. Да, еще один бисер вот такого же вот голубого небесного цвета. Все? Нет. И вот такие вот бусинки золотого цвета. Вот такая вот посылочка у меня получилась. Вот столько всего мне пришло. Я это все покупала за свои собственные деньги. Это не реклама, не спонсированная, но просто я с вами поделилась тем, что я получила. И еще, помните, я вчера, да, во вчерашнем влоге вам показывала перо. Мне оно не очень понравилось, и я его выкинула, ну, распустила, выкинула и начала новое. Я хочу немножко поделиться с вами еще процессом в этом влоге. Вот такое вот оно получается. Мне кажется, что даже вот сюда можно добавить вот этих пайеток. Ой, этих бисера. Так что красиво получается. Как раз посылка вовремя. Так что вот так вот. Такое видео у нас сегодня получилось. Спасибо всем большое, что провели этот день со мной. Ну, смотрели день, да, может, весь день на работе, поэтому вот вечером приходишь домой, домашние дела, и вот как раз посылочку распаковали. Все, всем пока-пока!